Ведущие специалисты и HR-менеджеры региона из разных сфер провели мастер-классы в рамках Ассамблеи работодателей в Южноуральском государственном университете. Темы встреч – поиск работы в сфере IT, ответственность журналиста перед обществом, аспекты инженерно-проектировочной деятельности, успешные интервью и другие. Один из завершающих мастер-классов – как составить резюме для поиска первой работы. Студенты узнали о работе менеджера по поиску персонала и разобрали типичные ошибки молодых специалистов в составлении резюме. Когда мы с ними сегодня обсуждали, как составить резюме, какую фотографию лучше выбрать, что лучше не делать, что лучше не писать в резюме. Я хочу, чтобы каждый из тех, кто хочет работать, смог представить свой опыт наилучшим образом, и чтобы любой рекрутер, любой работодатель, который читает резюме, сразу понял, что да, вот это тот человек, которого мы хотели бы принять к себе на работу. Во время мастер-класса студентам показали примеры сопроводительного письма, составленного с типичными ошибками, на которые HR-менеджеры обращают внимание при выборе сотрудника. Подчеркнули важность грамотности и рассказали о лучших платформах для поиска работы. Я считаю, что это достаточно полезный опыт. Большинство людей, и студентов включая, им очень сложно бывает найти работу и особенно начать разговаривать с незнакомыми людьми, что-нибудь спросить и уточнить, что требуется для трудоустройства. И подобные мероприятия, я считаю, очень полезны, ведь они позволяют не только найти работу, но и понять, как работает сама система. Ассамблея работодателей проводится ежегодно в Южноуральском государственном университете. Это масштабное мероприятие, которое объединяет представителей ведущих предприятий региона и России и перспективных молодых специалистов.